Доброе утро, друзья. Ну, мы потихоньку начинаем собираться. Сейчас выползем из дома. Такие уже собранные, красивые. Катя, осталось только посушить волосы. Что хотел сказать про наушники, которые я вчера купил, вот эти. Они не подсоединяются к маку. Класс. Даже я этого не знала. Да. То есть я их тыкаю вот сюда, в обычный порт. Сейчас вам покажу вот сюда, да. И ничего не происходит, никак не определяются. И, короче, шляпа. Вот смотрите, я открыл сейчас балкон буквально на 2 минутки. У нас в квартире оптимальная влажность, и все резко потеть начинает. Да ладно, всю ночь бухал, просто не признаешься. Ну да, бухал безалкогольным пивом, конечно. 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 А давай посмотрим, ради интереса, там вообще снизилось, да? Смотри, только что было 56%, стало 52%. Ну, красотка у меня, ну, красотка. Какой у тебя рост, люди спрашивают? Рост? 1.62 м. Нет, у тебя не 62, у тебя больше рост. 64. 64 или даже 65. 1.65 м. Да, где-то так. Нужно зеркало чуть повыше перевесить. Ну, блогер. Увидел комментарий к предыдущему видосу, где одна женщина говорит о том, что вот Андрей в мятых штанах, а Катя не реагирует на это. Давайте я вам скажу. Я самостоятельный человек, сам принимаю решение, что мне надевать. И мне не нужны отношения, где моя половинка... Ой, сейчас камера упадет. Мне будет как мама. То есть, если мне надо постирать что-то, погладить, я попрошу Катю, но чтобы Катя не реагировала на это. Уйди, мой Андрюшка, давай я тебе попку подотру, давай я тебе там это сделаю, давай-ка я за этим поухаживаю. Реально, я же не мама, как бы. Мне не нравятся отношения, где жена – это вторая мама. Он не маленький. Зачем? Я уже взрослый дядя. Да, я и сам понимаю, что я в мятых штанишках. Мне, например, пофигу, я вообще на это не обращаю внимания. Майка разгладится, штаны разгладятся. За ребенком это можно делать. Да. А за взрослым мальчиком, ну, серьезно, зачем? Короче, женщины, угоманивайтесь. Все время ищите какие-то изъяны, причины. Просто смотрите видосы, наслаждайтесь. Это лайф. А вот эти всякие там приколюхи с подъебосами, ну, оставьте где-то. Пип! Где-то в другом месте. Ну, какой-то я посмотрела на минус 2 дня. Ну, там со среды вообще будет уже плюсовая такая. 14, 13, 15. Мы с Катей Биба и Боба. Мне надо только тебе вот такую же толстовку купить, и все. Будем одинаковые. А у нас на самом деле 2 серых штанов, 2 бежевых. Так, надо убрать вот эту штучку. Че ж ты не уследила, а, женщина? Не следишь за мной? Плохая, да? Очень плохая. Какая ты плохая у меня. Знаешь, что я хотел показать? Вот эту штуку. Смотрите, это собрала моя мама. Все это пойдет твоей сестре. Комнату. Детскую. Детскую. Смотрите, я поближе покажу, а то я очень быстро. Тут всякие утятки, ну, магниты это были на холодильник, что-то еще. Ну, получилась очень крутая композиция. Очень. Да, очень-очень круто. Я серьезно говорю. Мама, когда так поворачиваю экран, выйдет на пенсию и говорю, заведешь свой если он работать будет, ну, или какую-то другую платформу. И будешь всякие заблокируют, запикай. Осуждаю. В общем, будет собирать такие картины и продавать. Мне кажется, очень прикольно. И куда мы приехали с Катюшей? Правильно, в онлайн-трейд. Давно мы там не были. Ну, мы на самом деле за фигней всякой приехали, поэтому особо нечего вам показывать. Так, батареечки, всякая ерунда катались. Женские штучки. Женские штучки, да. Вот так правильно сказать. Поэтому особо вам ничего показывать не буду. Если думаете, что я зачем-то, ой, прикольно приехал. Ты как, сам? Да нет, нормально. Сейчас. Сколько сейчас? Сейчас первый час. Да?
Мне очень нравится вот этот формат, то, что можно заказать и через полчаса уже приехать забрать. Это офигенно. Да. За это я люблю. Все бывает наличие, но все равно. Да, я там кое-что заказал, написано было наличие 3 штуки, по факту этого нет. Снимает? Снимает. Огонь. Женщина из Брянска забрал. Кроссовок тоже. Блин, он такой офигенный, ребята. Я прям рекомендую где-нибудь его найти. Пушка-бомба. Я его сколько уже тащу? 4-й день. Все не так, да? Ой. Еще раз покажу упаковочку. Вот так вот. Ну, прикинь, не сфокусировалась. Не сфокусировалась? Нет. А сейчас? Сфокусировалась. Местечко для этого. Теперь у меня автофокус. Блин. Вы не понимаете, ребята, мы играем в игру «Перехвати автофокус». Катя хочет, чтобы о квадратик на ее лице был. Сейчас тебе. О, видишь, трек вид. Кто главный? Давай. Вот, опять смотри. На мне. Он на мне, смотри, так до сих пор на мне держится. Смотри, да вообще пофиг. А, ну вот снова на тебе. Люди думают, вот придурки, а. Все, мы сейчас знаете, куда поедем? К маме. Спасибо. Опять радио включил. Вот как тебе удается? Я вот сколько машиной пользуюсь, не включаю радио. Ты только что-то вот чуть-чуть легой, хоп, все. Магия. Что-то нажмешь. Мы едем к маме, потом на шопинг. Что-то еще делать будем? Вкусно? Вкусно. Первым делом в ТЦ, естественно, надо поесть. Взяли хачапури мне, Кате и мамке. Здоровайся. Привет. Всем привет. Взяли попить еще, а с понедельника мы начнем, наверное, немножко заниматься. Мне надо же от пузяки избавляться. Почему с понедельника? Потому что понедельник завтра, а не потому что начинается новая жизнь с понедельника. Ну еще нам надо купить кое-что. Коврики там, фиговрики. Я буду гантельки. Ручки качать. И спать ложиться не в 4 утра или в 5? Спать мы ложимся из-за тебя, так, на самом деле. Давай еще серийку, давай еще серийку, поэтому не надо мне тут. Надо хотя бы в 2 ложиться. Надо раньше. Лучше в час, но хотя бы в 2 это уже успех будет. Мы тут легли, убирались дома, мам. Короче. Мы ложимся спать, а там уже светло на улице. Мы убираться начали, я за ней смотрю. А я? Начала, говорю, а я подхватил потом. Пока на паузе с работы, поэтому можно хватит до утра не спать. Но все равно, мне это не нравится. Состояние в машине просто ехать. Мне это тоже не нравится. Просто я вот сегодня в 4 лег, да, и проснулся в 11, и сейчас вареный из-за этого. Так, на самом деле, очень плохо. Я из-за этого и видосы не записываю. Я еще раньше, чем 11. Я вообще сильно проснулся. А Катя еще раньше проснулась. Не, ну я даже в 11.30. Но легли мы поздно. Это правда. В общем, будем менять свой распорядок дня. И правильно питаться и заниматься. Хотя питаемся поэтому мы нормально. Поэтому взяли хачапури по-аджарски. Ну это сегодня такой дембельский аккорд. Рывочек. Потом будет все получше. Будешь морковку грызть? Морковку я люблю. Со сметаной. Перетертую со сметаной. И с изюмчиком. С изюмчиком я можно. Не изюм, не морковку вообще. А Мария сейчас обалдела. Вот, поэтому я все это ем. А я буду чем-то другое. Морковь усваивается лучше, только с жирным с чем-то. Ну, со сметаной ну, вот. Обычно, да. Хочешь что-нибудь еще рассказать? Нет. Все, отдали нам хачапурьки. Мы ждали долго, 25 минут. Девчонки уже разнервничались. А вот в итоге оказалось, что у них просто номерки подсели. А мы сидим, ждем, ждем, и ничего не происходит. Я первый. Кто на втором месте? Ну, наверное, мама. Я не доем. Катя не доест. Вкусно, мам? Да. Ходим по магазину, выбираем черные джинсы. Катя говорит, чтобы не влезет. Смотрите, моя рука. Вот, в сравнении. Какой это размер-то? 5-й? 25-й. Офигеть. Ну, ты у меня малышка миниатюрная. А мама что присмотрела? Да я просто это джинсовая куртка или как рубашка, куртка. Ну такая плотная, да. Кстати, да. Прикольная. Прикольная, да. Так, я тут не буду кричать, дабы никого не смущать. Хотел вам показать модель, которую считаю. Здесь.
сексуальны. Вообще ненавижу такие лифаки. Вот такие всякие. Ну вот, вот это все. Вот такое. Полный отстой. Пацаны, я нашел просто лучший лифак. Смотрите какой. Бархатистый. И труханы здесь тоже, Кать. Огонек. Купим такой. Не, потрогай, смотри, какой мягкий. Прикольно? Зимний. Да. Чтобы не мерзло, так сказать, ничего. Класс. Так непривычно тебя такое видеть вообще. Ну-ка, отойди чуть-чуть подальше от меня. Давай, чувак, это рыбчик, давай. Давай. Йо-йо-йо-йо-йо. А передом покажись. Очень непривычно. У тебя все время такие узенькие. Не мусти. Знаешь, как розница, что? Ты реально, жесть какая-то. Как ее? Все, МЧС вызывает. Я застряла в джинсах. Это я никогда таких пугаюсь не видел. Спасибо. Катя меня вызвала на помощь. Ну что, я застряла? Ну опять трубы, да. Чуть повыше можно локти? Разницу посмотреть. Ну все, мне не нравится, короче. Ну что, может, всем по коврику купим и будем заниматься? Ма, ты как? Мне гантели. Махнуть стариной, так скажем. Не хочешь? Маме гантели. Да? Или скакалки. Или скакалки, да, да, да. Так, как бы, чтобы вы все в кадры попадали. Что еще там можно здесь? Ма, что угодно. Хочешь, боксерскую грушу тебе возьмем? Хочешь? Можете нарисовать мне что-нибудь. Да, 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 да. Димку. Ну, нашопились, а? Сейчас Катя будет делать разбор покупок, что мы сегодня набрали. С мамой. С мамой, ну, конечно, показываю. Два коврика. Мне и Кате. Все, начинаем новую жизнь, будем заниматься. Это же понятно, что я про твою маму говорю? Ты да. Маму называть. Я не вижу смысла, конечно, там показывать его. Ну, я хочу посмотреть, мне интересно. Классный, да? Сильно не нагибайся только. Татарские будет... корни твои, да, играют? Конечно, конечно. А мой парень татарин. Что-то тут... Ну, ладно, я протру, не знаю, что это. Ну, вот. Понятно, раз это Demix, купили мы это в спортмастере. Будем заниматься теперь. Классно, да? Вот это расскажи. Интересно. Мы взяли два коврика, я буду Андрея мучить. Ну, ты же будешь со мной по утрам заниматься? Буду, конечно, конечно. В общем, эта штука, как она называется, господи, я знаю для чего она, но не знаю как. Массажный роллер. Да. Классный звук. Ну, в общем, кто знает, тот знает для чего, кто не знает, тот я не знаю. Тот пусть это. Гуглит. Тот пусть гуглит, да. Но здесь и ноги, и спина, и все что угодно можно делать. Классная штука. Мне нравится. Она мягкая, она не такая твердая, как... Ну, а мой консультант посоветовал. Дальше, ну, наверное, не столь интересно. Это гантельки для Кати. У меня есть свои. Ох, может быть, я наконец-то буду с прессом и сильными руками. Я когда в бассейн ходил, занимался, ну, у меня прям все хорошо было. Сейчас я сдулся. Ну, это у нас резиночки. Да, а тебе надо все открыть? Обязательно. Не рекомендую, не рекомендую. Это резинки, они очень тонкие. Рви руками. Да я вот тут просто. Сейчас, пум! И все четыре резинки порвались. Руки, ноги будешь качать, да? Да. Сейчас попробуем? Давай самую простенькую, а то я боюсь, что я не вылезу. Хиленькая? Да ты сильная же. Ну, раньше, да. Сейчас не знаю. Знаешь, сколько я этим занималась? Как думаешь, я смогу? Да. А мне кажется, нет. А, ну она легкая, пипец. Нет, это очень легкая. Она прям очень... Не, она прям... Я ее порву. Она пипец какая легкая. Нет. Давай слышишь? Что-нибудь потяжелее бери. Давай. Ну хотя среднюю. Бы предыдущую. Нет, там их четыре всего. Я возьму предпоследнюю. Попробую, блин. Ну-ка. Ну, это уже получше, да. Сложно? Ну, нет, норм. Тебе ну, самая последняя, значит, нужна вот эта, самая жесткая. Ну, ты класс. Будешь меня учить ведь, да. Какие там упражнения делать. Приседать будешь с ними. Красота.
В общем, что тут еще? А, ну и остались только утяжелители, да? Не, у нас еще целый пакет. Да, понятно, я про спортивные штуки. Спортивные, да. Только утяжелители остались. Ну, там а по одному. Они? Вот они. Они по 1 килограмму. Утяжелители для ног. Ну, я думаю, тоже все знают, что это такое. А дорого они стоят? А, 299, по-моему. Да, 2200 они стоят. Ну, мы бюджетно достаточно с тобой закупили. Ну, бюджетно, это значит, если каждую отдельно рассматривать. А так, если все вместе, блин, то вышло не вообще не бюджетно. Почему написано, что здесь 3300 он стоит? И потом... Он, наверное, 2000, да, стоит? Этот? Ну, около, да. Он где-то 2000 стоит. Это скидка. Утяжелители 2200, вот эти... Каждая по сколько? 1300. Гантельки на всякий случай покажу. Да. По 2 кг. А эти по 1 килограмму. Я еще не буду, да, наверное? Не, не надо. Подводку купили. Но я тут Бёрдери. Ничего не могу сказать. Бёрдери. Ты помнишь, спрашивал? Ты спрашивал, сколько она стоит, а мы с мамой так и не признались. Да, ну и что? Не надо. Ну, дорого? Как ты думаешь? Да. Ну, 1003. Больше. 5? Почти. 4 с чем-то. Бля, вот вам делать нечего. Я думал, это стоит 500 рублей. А, думал так. Что, хорошее? Ну, хорошо, что ты тогда пошел за стиками. Иначе я и не видел бы. Не видел. Ну и что тут показывает? Ну, подводка, то, что здесь не поролоновая эта фигня, кисточка, а именно волокна. То есть это именно кисть. Ну, у тебя все равно колхозный маникюр. Ну, мне так маникюр, и сказали, макияж. Да, колхозница. Ой, хотя, что? Вот я даже не знаю, сейчас я свою лепту внесу. У Кати очень свежий, легкий макияж. Мне очень нравится. Минимальное количество средств на лице. И просто выравнивает кожу. Все. Не знаешь, что еще сказали? Ну, здесь типа такие тенюшки на другой стороне. Знаешь, в чем прикол? Ну. Можно нарисовать стрелочку. Я так никогда не буду делать, скорее всего. Я просто тебе покажу потолще, чтобы ты увидел. И? Мне сказали, что так можно делать. Но я так делать не буду. Ну-ка, я весь в предвкушении. И сверху так, чтобы она была блестящей. Типа стрелка. О мой бог. Ну ладно, я, короче, не понял. Ну ладно. Вижу, но что что-то я... блестит. Да, но я делаю обычно черные стрелки. Я блестящие не делаю. Вот. И один пакет у нас остался. Я тут, сама! Тут надо побыстрее, а то пленка заканчивается. Мы уже 6 минут почти рассказываем, показываем. Ну, короче, для Пасхи мы взяли, я буду печь куличи всякие. Потом, это бумага тоже какая? А, жиронепроницаемая. Короче, она для этого, для духовки. Это формочка для торта. Я ни разу не пекла торт, но я хочу попробовать. Именно бисквитный, с кремом, и сливок, и творожного сыра. Я хочу попробовать сделать крем. Именно торт сделать. Вот. Ну, это вообще для яиц краска. Ну, это все для пасты. Это Андрей себе взял. Да, это кайфец для меня. Так, где фокус? Фокус! Вот он, Milky Way. Это британский именно. 500 с чем-то рублей стоило. Ну, я люблю. Я тоже нутелку понимаю. И, да, стало интересно. Взяли изюм. Это Андрей любит с изюмом Пасхи. Я не особо. Ну ладно, я сделаю с изюмом. Это я взяла формочки для шоколада. Угу. Я вообще, не знаю, ни разу не готовила торты, но я хочу торты. Да? Торты. Торты. Но я хочу попробовать. Это... Как ну, для крема, туда он внутрь. Правильно? А, кондитерский мешок, да. Это посыпка для Пасхи. И 3 разных наконечника. Красивая такая. Да, очень красивая. Причем мне понравилась, она подходит к этим. Мы с мамой такое ощущение, выбрали. Что она несъедобная. Смотри, она съедобная. Она подходит по цвету, видишь сюда? Угу. Мы с мамой тоже выбираем специально. Класс. И 3 разных наконечника. Ни разу с этим не работала, но хочу попробовать. Здесь такой цветочек. Она еще как-то там называлась. Дай мне в руку. Прикольно. Ну и что, где фокус? Во, цветочек. Здесь просто маленькая такая дырочка, чтобы писать что-то угу. Или рисовать. Ну и вот такой наконечник. 3 раза. Ну ладно, когда будешь делать, потом посмотрим. Да. Все? А, вроде. Ну и эти всякие. А, нижнее белье еще да. Купили, но его, естественно, показывать мы не будем. Катя, у меня последний к тебе вопрос. Стринги носишь?